Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как объединить разделы жесткого диска Windows 10 в один. Нажимаем меню «Пуск» и в «Поиск» прописываем «Управление компьютером». Появилась вкладка с этим названием и нажимаем на нее. «Управление дисками». Расширим, давайте, чтобы лучше видно было. Мне необходимо вот эти два раздела объединить, или два тома. На этом диске раньше находился системный диск. И поэтому система выделила 100 мегабайт, которые необходимы для запуска и работы системы. Мне теперь их необходимо объединить, чтобы это 100 мегабайт нигде не висело. Я буду объединять с этим маленьким диском, с диском И. На этом диске мне находится ценная информация. Поэтому, прежде чем их объединять, то придется удалить этот диск. И вся информация с этого диска будет удалена. До этого всю ценную информацию, находящуюся на этом диске, переместил на другой свободный диск. И после завершения объединения этих двух разделов в один, все папки и файлы будут обратно возвращены на этот новый раздел диска. Вот давайте мы проверим. Видите, все идет белым. Никаких функций не предлагается при объединении этого диска. Поэтому необходимо сперва этот удалить. Том, вот удалить нажимаю. Да, идет удаление. Все, удаление произошло. И теперь, как видим, все это объединено. Этих 100 мегабайт сразу же объединились в одно целое. Теперь мне необходимо создать простой том. Создаю. Запускаем мастер создания простого тома. Далее нажимаю. И здесь именную букву И, как и была и ранее. Далее, далее. Готово. Сейчас происходит форматирование этого диска. Все, диск этот исправен, фактически отформатирован. И теперь всю ценную информацию, которая была у нас перенесена с этого диска на другой, мы назад сюда поставим. Если вы желаете быть первыми в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале «Все своими руками 36», то не забудем подписаться на него. До свидания.